Всем привет, друзья мои! Посмотрите, какой он здесь. У нас здесь концерт. Короче, весело у нас, весело. Весело у нас, дети радуются. Хорошо. Сейчас я их отправлю на улицу, а сама занимаюсь, покажу чем. Сама видите, чем занимаюсь? Уборкой. Нужно обязательно быстро все делать. С ними ничего не сделаешь. Очень все сложно. Вчера помыла одну половину серванта, а сейчас вот эту. Видите, здесь у меня... Короче, кухня, самый последний будет момент. Вот здесь, короче, друзья мои, все, мою, мою. Мои внуки вышли на улицу. Вот посмотрите, какой здесь двор. Почему я восхищаюсь? Все, хорошо, замолчи сейчас. Гуляй, иди. Видите, их вызвали детки. Вот посмотрите, почему я восхищаюсь Мерсином, да? Ну вот наш двор. Вот так у нас растут дома, как грибы. То, что как хочет, выстраивает. Вот тут построили перед нами, все закрыли. Вы видите? И вот наш двор. Белье вешают у нас так. Вот почему я восхищаюсь городом Мерсином. Еще раз повторяю. Давай смотри. Вот из-за карантина сижу дома. Но я такую уборку сейчас сделала. Одну комнату перемыла, и дети мне помогают. Я не эксплуататорша, но детки мне помогают, видят, что я с тряпкой хожу. И все, завтра у меня будет кухня, послезавтра будет у меня ванная, и все. А потом у меня заканчивается карантин, и я уже записалась в Министерство юстиции на рандеву, где буду подготавливать документы для гражданство турецкого. Все, сейчас я немножко отдохну и выпью кофе. Сегодня решила праздник устроить, да? Потом, когда захочешь, посмотри. А вот плачет, смотрите, сейчас будем мы кушать торт. Вот пошли они с мамой, так как я сижу дома. Купили вот такой торт. Я так давно не ела нашего торта. Это тоже хочешь? Ну вот сейчас я вам поделюсь, все, мои дорогие. И мы сделаем день рождения себе. Да, будет у нас день рождения. Да, день рождения. Только раз в году. И бабуля праздник себе устроит. Ура! Мамочка моя. Мамулечка! Привет, родная. Тебе привет передают. И очень любят тебя. Руки целуют за твой труд. Спасибо, спасибо. Я сегодня их отправляю в садик. Посмотрите, какой волосик я сделала, косичку. Мои внучечки. Вот такие они у меня. И мальчик мой. Мой красивый мальчик. Сзади находится стол, где они рисуют. Вот они. Идите в садик. Все, идите быстрее. Пока-пока, бабулины любимые. Привет, друзья мои. Я нахожусь в своем страшном подъезде. Посмотрите, какие подъезды в Грузии. Ну, не во всех старых домах. Просто посмотрите, мы идем с Мари в магазин, вот здесь напротив, хотим купить мороженое. Ну, посмотрите просто. Вот здесь вот ящик, этот газ смотрит, а там впереди наш подвал, наш мой личный. Все закрыто, все изменилось здесь, я смотрю. Вообще, раньше здесь была дверь, и по двери же были здесь. Да. Где делись двери? Не знаю. Двери были, представляете, 2 года назад, сейчас нет. И вот я выйду сейчас, вот наш двор. Какой двор? Поэтому я восхищаюсь Мерсином. Посмотрите на эту актрису. Я сейчас пришла домой, моя мама от нее в шоке. Я тоже ходила сейчас в другой магазин здесь, по делам, рядом. Мама от нее в шоке, она ее не слушает, мою маму.
В каком смысле? Не читает. Мама ее заставляет читать, она не хочет. Почему не слушаешь мою маму? Ну что, пошли мы в магазин, покажу вам еще улицы наши. Вот здесь такие шлагбаумы, но я смотрю, что они уже не работают. Раньше без них нельзя было, вот, без кода там нельзя было заехать. Вот такие улицы, как хотят, дома строят. Вот видите? И посмотрите, какие старые дома. Да, и какие старые дома. Вот, посмотрите, видите? Много новостроек, но как хотят, строят. А потом и сколько дом строят. Да. А, здесь раньше был продуктовый, а сейчас сделали секонд. Как вот все изменилось. А это что здесь было? Что это здесь такое? Я зубной врач. Зубной врач. А, и там тоже зубной. Очень много зубных. А там было раньше. Там раньше было. Что было? А ну рассказывай. Игрушный магазин. Угу. Вот там. Так, мои хорошие. Покажу сейчас вам. Покажу вам фрукты, какие есть. Вот смотрите. Страшненькие же... балеры. Сколько стоит? Сколько стоит? 6 лир абрикосы, 2 лира сливы. Яблоки 3,50, 3 груши. Вот таких груш нет в Мерсине. Вот такие абрикоски по 5. Ваш вот нектар, нектарин 1,5. 2,50 зеленые. Огурчики по 1 лари. Лобио 3,50. Ну, у нас 4. Но у нас тоже там 10 лир. Так, дальше что у нас тут здесь? А эти вот побольше, вот, да, лимоны. И лимоны есть, и вот такие огурчики есть, и по лар 20. Арбуз, вишня 5 лари, а у нас 5 лир. И вот такие вот фрукты, персики по лар 80, а лимоны по 2 лари. Напишите комментарии, да. Вы туркети или вы батуми, напишите комментарии. Как они туркети и батуми, бибу моя, ты сладкая такая. А сейчас мы пойдем в тот магазин, не знаю, пока разрешат или нет. Что мы хотим купить в магазине? А ну скажи, мороженое, еще что? Мне надо средство купить. Я вчера помыла кухню и стратила 2 моющих средства. И моя мама работает. Да, хорошо. И стратила 2 моющих средства, и поэтому сейчас мне надо купить перчатки и средства. Сейчас я, ну-ка, зайду, тут один есть турецкий гражданин, друг моего мужа. Привет, передам ему. Работает здесь. Покажу вам отсюда, как выглядят дома Батуми. Но очень много новостроек. Я смотрю, вот этот дом, который строится там, да, дальше. Раньше было там одноэтажный дом, и внизу продавали кофе разных видов. Такое кафе было. Я сейчас удивилась, посмотрела, что везде строят. А этот дом какой-то был в начале, когда строили. Какой красивый. А сейчас посмотрите, облезший какой-то. Ну почему так происходит? Я не знаю. Вроде бы новый дом. Красивый дизайн. А этот вообще... Видите? Ну все, пойдем мы сейчас в этот магазин. Да, маска. Посмотрите, сколько стоит этот коньяк 33 или что это, шампанское? Шампанское. 22,50 стоит это. Водка, водка. Водка стоит 15,90. 14. 30 лари стоит водка. А вон подорожала, насколько я так помню. Год назад. Коньяки. 150 чивас. И 125 лари. А вы представляете, сколько это будет в лирах? Ну, мне не интересно. Идем дальше. Так, а вот цены на пиво. Мари. У нас такого нет в Турции. Какой-то меж.
трехгорная. Идем дальше, сейчас посмотрим. Ребят, напишите комментарий. Да покажи, тихо ты. Ребята, напишите комментарий. Подожди. Мороженки какие. Ой, какие обожжены мороженые. А что это такое ванильное? Что? Газированные сырки. Надо нам 10 штук взять мороженое. Да, возьмем в конце. Почем они? Не успею это. Почем они? 80 копеек, кажется, да? А вот это вкусное тоже для деток. Я помню тогда, помню. Надо сейчас разные попробовать. Вот это интересно, вкусное, барамбу. Мне сколько тоже... стоит барамбу? Посмотри. Барамбу стоит на... По 5 лар, кажется, по 5. Ну, возьмем сейчас, возьмем. Литра и 100. Решила взять и наесться вот таких шоколадок. Я смотрю, это молочное. Видите, они тут со скидками. С орехами. Я девочку попросила. Ага. Положи. Альпен Гольд, давай. Не пакетик, Бибу, а... Ну ладно, хорошо. И вот какая-то, подожди, вот это интересное. Миндаль кокосовый. Давай попробуем. Давай, моя девочка. Давай попробуем. Попробуем. Белое. Чипсы. Да, чипсы. Ну какие чипсы? Бери, какие хочешь чипсы. Я люблю кофе. Выбирай. Какие? Пойдем. Какие чипсы? Выбирай скорее. Я хочу чипсы. Растерялась. Я запуталась. Когда говоришь, им нельзя, они привыкли. Ну все, вот вкусные. Дай делать. Даже вот так вот. Не трогай пока. Ну что, пошли мы дальше. Может, курицу нам взять или как? Вот пельмени. Мама моя сказала, чтобы я купила пельмени. Да. Тут они кушают полуфабрикаты. А это что? Смотри. Кофе такой. Можно вас? Я знаю, что хочу шпроты. Вот здесь, Мари. Нари, иди сюда. Ой. Йогурт. Дай вот эти йогурт. А вот это вкусное, и вот это вкусное. Локомоко. Это мультфильм такой, там показывает, что вот это очень вкусненькое. Возьмем? Ну, возьми. Три возьмем. И это три возьми. Ой. Это по четыре. Ладно. Иди сюда. Знаете, что я хочу попробовать? Вот это вот. Какое? Это пряники шоколадные. Я не хочу пряники, я хочу вот это. Ну, покупала же это я. Ну, я не кушала же. Яшкина очень вкусная, говорит. Стой. Сколько здесь пряников много. Посмотри, целое это. Вот такой у нас поход с внучечкой. А все она хочет, моя девочка. А? У нас есть молоко. Ты молоко какое хочешь? Где молоко я ты видишь? Я хочу вот это. Один возьму. Орео. Орео, да, я люблю Орео. Сегодня купила малинку. Одно ведро 12 лир, то есть 8 лар килограмм. У нас в Турции такого нет, у нас замороженное. Вы сами знаете, а это какие витаминчики. Хочу детей приучить кушать. Но они не так, не знают дети еще. Ты будешь кушать малину? Малину будешь кушать? Нет. Ну, слышали ответ. Ну вот я сейчас потратила в магазине 111 лир. И что купила? Мороженое очень много. Пельмени взяла там двух видов. И разных сладостей остальное, и мороженое.
А что делать? Вот сегодня бабуля тебе ни в чем не отказала, да? Мари, что ты хотела, бабуля купила, правда? Да. Ты бабулю будешь слушать за это? Да. Ну вот все, будем надеяться, что она будет меня слушать. Мои дорогие, покажу вам мою малепузенькую ванную. Посмотрите, какая она маленькая. На Мари, везде, где камера есть. Вот, наконец-то я закончила уборку. Да, мокрая я, как курица. Вот такая я мокрая. Потому что все лилось, я начала здесь потолки и устроила себе ванну. Вот такая маленькая. А посмотрите, какие средства моющие я в Грузии нашла. Стой, Мария, отойди. Именно вот это мне очень понравилось. Ну, смотрите, на такую уборку мне почти вот чуть-чуть осталось. А на кухню вчера два таких флакона. Один от жира, один от это. И так жду места с полбутылки. Ну, вы сами понимаете, все хлорировано, прямо хоть операцию можно делать. Все я почистила. Да, ну, вот такая вот у меня маленькая. Ну, Даленька, ну, этот титан мой не работает, мама сказала. Вот я не знаю, что надо делать. Конечно, он уже... Сколько лет ему, сколько лет? Ну, а что делать? Тут все надо менять. Ну, вот тут в этой ванной мои детки купаются. Что, моя хорошая? Скажи. Иди сюда. Напишите комментарии. А надо поздороваться сначала. Всем привет. Иди туда подальше. Чистой ванной. Говори. Напишите комментарии. Кока-колу любите или сок? Хорошо, вы слышите? Напишите, что вы любите. Ну все, короче, сейчас я буду все возвращать на места, что тут есть. Вместе с внучечкой. Видите, ребята, какой же дождь. Посмотрите, мне даже не надо говорить. Я уже с ума сошла. Посмотрите, друзья, какой дождь. Я только повесила, посмотрите, все занавески, вторую партию, все. Сейчас такого дождя в Мерсине точно нету, как из-под ведра. Дети быстро поднялись домой. Вы видите? Как дети бегают. Вы видите, какой дождь? Это жесть, как Мари, дети. Принеси таз быстро. Таз принести. Средь нормальной погоды вот такой дождь. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.